Ой, ты засосала. Грязь, грязь. У тебя какашка упала. Вот у тебя братик, блин. Давай его потащим. А это Мертвое море, да? Мы сейчас находимся на Мертвом море. Отмечаем хак Сукот. И мы еще на нем блюде катались. А вот мангал. Да, здесь мы жарили шашлычок. Покажи, что мы уже. Вот наша палаточка, да? Мы ели. Мы тут ночуем один день. Вот. А вечером на дискотеку пойдем? А вон наверху. Видишь? А, вон музыка. Да. Мы сейчас на Мертвом море. Вон. А там болото. Сейчас мы идем туда купаться. Здесь, да, сейчас 9 утра. Людей еще сильно много. Еще не все с этой глубоко. Вон грязь. Мы уже... Мы когда далеко заходим, там еще не глубоко. Он сейчас... И это лечит ланы. Вода. Вон там грязюка, да? Сейчас мы туда идем, в эту грязюку. Сильно, да, высохло? Это грязь. Стеклянно, да, прозрачно? Не, водичка вообще теплая. А что мы не салат? Потому что она лечит ранки. Ты что? Вон Итан в болотишке. Что, Итан тоже в болоте? О, это самая грязь. Ай, мы сейчас вытонем. Где, что ты нашел? Соль. Я тебе говорю, иди за ней так, как она идет. А она теплая, путает, и туда с какой-то кашкой. Из вас есть Итана? Нет! Ну, какая-то полезная грязь. А что?
нет, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Давай, пусть мама тебя измажет там. Ты что, это очень полезно. Ты даже всего мира приезжаешь, чтобы помазать так грязюки. Да, тут микробы всего мира. Да. Да. Но здесь такая сильная соль, что она все микробы убивает. Где тебя помазать? Это тебя, да, я это купила. Ну не смотри, тут хлорка. Тут глубоко, кстати. Итан, серьезно, дай мне рукавники? Не? Ну попробуй проплыть вдоль.